Приветствую коллег и просто зрителей моего канала. И сегодня у нас обзор посылок из магазина Arma Models. Как вы видите, их на заднем плане. Но еще хочу подытожить итоги 2020 года. Конечно, у меня много недостроев. И много моделей уже у меня нет на полке, потому что они были отправлены в мусорку. Потому что не понравились мне своим внешним видом. Ну, еще хочу сказать то, что это первый мой год в моделизме. Так что первые мои модели, я считаю, мне их не жалко, что я их отправила в мусорку. Ну, а что по каналу хочу сказать. Каналу исполнилось один год. У меня 125 подписчиков. В принципе, это неплохо. Конечно, могло бы быть и лучше. Ну и так хорошо. Также я выпустил, по-моему, 30, то ли 40 видео, точно не помню сейчас цифры. Также подписчик мне прислал модель. Это Т3476. Ну, последнее видео, помните, 2 недели назад было как раз по Т34. Я ее буду перекрашивать, так как мне не понравилось. Также ко мне Айр новый пришел. Вот почему я хочу новому ее перекрасить. Меня этот покрас не устраивает, но видите, покрас и есть. Также, конечно, как я уже говорил, много недостроев, но ничего. В этом году я их обязательно доделаю. Это и Т-80Б, и диорамка со штурм-тигром. Вот она. Я ее, кстати, недавно делал, как видите. Вот так, все пока на этапах находится. Сейчас я тоже. Да, по ней видео тоже обязательно будет. Ну что ж, перейдем уже к посылке. Так, ну и начнем. Мы, наверное, с модели. Это Т-38 от Восточного Экспресса. Конечно, Восточный Экспресс — это очень хорошая фирма. Но все-таки я эту модель взял больше, чтобы попилить. Потому что попилить тоже интересно иногда бывает. И к тому же сам прототип тоже довольно интересен. Ну и, наверное, самая главная модель, самая дорогая она, это фигнят хобби-босса Германт Ленд... Не уверен, что правильно читаю, но постараюсь. Вассер Шеш... Ну, в общем, суть этой модели вы поняли. Короче говоря, ЛВС. Да, амфибия. Кстати, почему-то я не знаю, как так вышло, но из модели я взял две амфибии. Это и малоплавающий танк Т-38, и немецкую амфибию. В принципе, на амфибиях не зацикливался. Наверное, Т-38 взял, потому что и брать-то больше не было. Нечего. А вообще, если честно, Т-38 не планировал брать. Как бы вот эта модель давно была в планах. Но насчет Т-38 я не планировал. Там он всего лишь 400 рублей стоил, потом дай возьму. Недорого как раз. Ну а что насчет этой модели хочу сказать. Эту модель я давно присматривал. Прототип очень интересный. Вот как раз, кстати, обзор на эту модель выйдет чуть-чуть позже. Но уже я чуть-чуть начал собирать. Вот тут траки обработанные. Так что скоро на нее обзор выйдет и тоже на Т-38. И также тут заказал аэрограф Джаз 113, который мне посоветовал Геннадий. Стоп, а какой Геннадий? Макс Леднев, да. Это аэрограф Джаз 113, как я уже говорил. Такой вот аэрограф. В принципе, за свои деньги очень даже хороший аэрограф. Всего лишь что 1200. И, ну, компрессор, как вы знаете, у меня уже имелся. Но тот аэрограф старый меня вообще не устраивал. Далее тут заказал чуть-чуть наждачки. Тут довольно мелкая наждачка. Даже вообще здесь не чувствуется. Уже довольно мелкая. Как раз взял для гражданской авиации, потому что
тоже будет авиация. И взял более крупную наждачку. Видите, тут приклеивается. И далее также взял чуть-чуть красочки от Валехи, если говорить точнее, то грунт белого цвета и модокор красного. Ну что ж, продолжим дальше. У меня тут неожиданно память кончилась, поэтому видео прервалось. Как я уже говорил, эту краску я взял для гражданской авиации и взял всего лишь для полос. Ибо звезда декали дает оранжевого цвета на вариант аэрофото, хотя там, по-моему, один вариант. Дает оранжевым цветом, хотя должен быть красный цвет. Поэтому я взял вот эту краску только для полос. Ну и, в принципе, она мне также пригодится не только гражданской авиации. И, наверное, самое последнее, то, что я взял, это пигмент от Wilder. Сейчас его открою. Как мне, в принципе, пигмент цветом своим понравился. Конечно, камера не передает. Как раз такая грязь. В принципе, мне пигмент понравился своим цветом, оттенком. Закрываю, пока не разлетелся. Ну и, в принципе, это все. Все, что я заказала с магазина Arma Models. Так что ждите новых видео. И первым же будут, конечно, обзоры моделей. Это и РВС, и малый плавающий танк Т-38. Также будут на них обзоры. И будет также сравнение аэрографов. Моего старого и вот этого вот нового джасовского аэрографа. Ну все. Видео подошло к концу. Память кончилась. Ну да ладно. Бывает в обзорах, сразу говорю, такого не будет. Память я почищу, будет все хорошо. Ну а что хочу сказать? Конечно же, подписывайтесь на канал. В этом году я хочу набрать гораздо больше подписчиков. Всего хорошего, успехов в моделизме. Пока.